Я ни разу не становился вампиром. Поэтому объясняй все подробно. Как, что ты видишь, ля-ля-ля тополя. Слушай, я немного голодный. Сушняк у меня жесткий. Мне нужно выпить кровь. Давай, 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 курятин, давай. Идешь прямо на верную... Ради семечки на верную смерть. Голоса поют. Возьми мою дочку и пусти ее в огонь, в аду. Дочку? Яму я вырыл. Тянем мобов. Фармим теперь опыт из мертвецов. Сегодня узрим мы классную тему. С превращением вампира решил я проблему. Про лайк не забудь, ведь тут эксклюзив. Джонни, дружище, вступай в коллектив. Всем привет, дорогие друзья, я Лололошка. И да, это пробуждение. Не забывайте, пожалуйста, подписываться. Это важно. А мы поехали! Ну что же, всем привет, дорогие друзья, я Лололошка, и добро пожаловать, это сезон пробуждения, и да, наконец-то, у нас будет тема с вампиром. Многие ждали более 50 серий. На самом деле это правда, данный выпуск эксклюзив, и все это связано с тем, то, что наша подопытная крыса, здравствуйте, Флэк Джикей. Ну ладно, 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 не крыса, человек, подопытный человек, поможет нам в этой самой теме, становление вампиром, а также нам поможет данная книга, наблюдение за бессмертными, дневник обреченного ученого, беседовавшего с вампиром, и Флэк Джикей, тебе придется здесь кое-что найти, я думаю, ты сразу поймешь, что тебе нужно сделать. Пролистать страницу, какой-то ритуал. Да, все правильно, и посмотри, из чего он состоит. Собственно, нам понадобится красная пыль, нам понадобится немного нити и один череп. Сразу добавлю то, что череп у меня вроде бы где-то валяется, но это не точно. Но самое главное это делать ночью. А, кстати, да. В общем, давай я все немного поподробнее расскажу, чтобы ты более-менее имел представление. Тебе надо будет провести ритуал. И в этом ритуале тебе... придется убить курятина. Да. Ура! Не понял. В смысле? Какого черта? Ты должен был по-другому сказать. Я готов убить и не одного. Вот, смотри, сколько. Только не золотого! Только не золотого, чувак. Вот только... Нет. Я две серии создавал одного золотого курятина. Только попробуй. Не надо, пожалуйста. Пожалуйста, не надо. Умоляю. Помогите. Брат твой. На свободу, пацаны! Выбегаем! Так, быстро закрой тогда, пожалуйста. Рот или забор? Забор, забор. А теперь все-таки подробности. Тебе надо будет встретиться с девушкой, которую ты призовешь с помощью курятина. И эту девушку обмануть, потому что тебе ее придется убить. Ура! Убивать все! Да господи, да все, все, хватит радоваться! Я пришел в летсплей, чтобы просто убивать. Вот это просто, знаешь, работа мечты. Я тебе это все объясняю, потому что я не смогу тебе помочь. Если я хотя бы немного вмешаюсь, то ритуал прервется. И в итоге вампир не засчитается ни тебе, не мне. Мне придется просто, ну, типа, смотреть. Ладно, я тебя понял. А почему ты сам не можешь стать вампиром? Потому что я оборотень. Ты что, забыл? Ты вот этот шакал. Ну, получается так, волчара. Давайте еще раз посмотрим в дневник. По-видимому, это начало давно забытого обряда. Я зарисовал эскиз. Ночь, лунный свет, нитка, красная пыль, факела и череп. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, короче, смотри, нам надо сделать ровный квадрат 7 на 7 блоков. И сразу небольшой спойлер. Разместить его надо около ада. То есть где-то здесь. Зачем? Потому что тебе придется обмануть эту девушку в аду. А вызывается она здесь, во время ночи. Давай как поступим? Наверное, соберем булыжник или какой-нибудь камень и здесь построим, да? Давай, давай, давай. А, нет, давай лучше березу использовать. У меня как раз и блоков хватает. И при всем при этом это более-менее красиво. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нормально. Раз, два, три... Смотри, кого привел. Ты уже курятина привел, серьезно? Дружбанчик, ты будешь сегодня умирать. Так, ну все, 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 хватит, хватит радоваться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Та-дам! Готово! Перепроверяем. Нам теперь нужна нитка, далее красная пыль и 4 факела. Я думаю, то, что красная пыль и факелы на тебе, а нитки я попробую найти сам. Стоп! А какого хрена ты такой медленный? Где твои сапоги метеора? Чё за... Ты думаешь, я помню? Ты серьезно забыл? Ты их куда-то просто просрал и все? Ну и все. Красавчик, просто лучший. Блин, на самом деле с этими ботинками... Я убью. Я нет, ее сейчас не убиваю, не убиваю, не убивай. А какого хрена она мне яд кидает? Просто выйди из дома, она не выйдет за тобой. Выйди из дома. Тварь, все, выходи, выходи, выходи. Короче, мы сейчас соберем все ингредиенты и раз, два, три, пип.
Фу, хорошо то, что у нас черепа есть, все это дело забираем. Че, как там у тебя редстоун? Да у меня уже все готово. Подожди, а ты уверен, что черепа скелета нужны? Да, 100% нужен череп скелета. Я это все ставлю, ты обкладываешь редстоуном, ставишь по углам факелы. Так, теперь давайте прочитаем дальше. Выливая кровь на череп, бормотал о том, что ее нужно отвести к озерам лавы в нижнем мире. Так, смотри, тут получается написано обрывками, но про кровь я понимаю, нам понадобится тот самый болин. А болин у меня вроде бы даже где-то был. Крафтится из железа, кости и изумруда. А, я смотрю, ты уже все сделал? Нет, я сделаю еще кое-что. Помимо этого самого болина, нужно сделать еще и бокал. А, да, кстати. Блин, а я совсем про это забыл. Надеюсь, ты помнишь, как он крафтится, да? Да. Хорошо, если что, потом покажешь. А болин у меня вроде бы где-то даже был. Но, ё-моё, его нет! Фак! Найдено! Как ножницы, но может собирать мухоловки и паутину. Спасибо, сундучело. И теперь напоминаю, весь ритуал будешь проводить только ты. Я буду просто так смотреть, и на всякий случай я буду, ну, где-то подальше от тебя. А ну-ка, болен, отдай. Давай, бери. Так, теперь нам нужен курятин. А, погоди. Нормально, я все правильно сделал. Нет, стой. Курятина надо убить прямо на черепе. Прямо всё, на я нём. Его проведу на черепе. Не волнуйся, все. Ты думаешь, я так? Ты сделаешь? Я сделаю все красиво, смотри. Так, проверяем. Просто молча проверяй. Угу. Прыгнуть не может. Давай, курятин, давай. Идешь прямо на верную... Ради семечки на верную смерть. Цып-цып-цып-цып-цып. Все, ему плевать стало. Он услышал меня. Он услышал про верную смерть, не захотел идти. Ну ничего, у него это... придет? Да, у него, знаешь, птичья память, он все уже забыл про смерть, поэтому идет. Все, я отхожу, самое главное, я отхожу прямо на черепе и... Нет, это было, походу, не прямо на черепе, да ладно. Это было прямо на черепе, он стоял прямо на черепе. Так, погоди, а у тебя теперь появился бокал крови? Стой. Нет, не появилось, блин. Эх, нам придется привести нового курятина. Раз, два, три. Так, я что-то слышал, получилось? Да, у тебя кровь получилась. Смотри. Пал. И стой, теперь стой. Shift PKM по черепу. Да, все правильно. Теперь нажимаешь. Мы призываем мадмуазель. Стоп. Нет, не пей. Емать! Эля, здравствуйте. Охренеть, вот это гром ударил. Так, тут, во-первых, все подожглось, надо это убрать. У тебя в чате не пишет? Что она пишет? Что она говорит? Голоса поют. Возьми мою дочку и пусти ее в огонь в аду. Дочку? Погоди. Да. А, то есть это какой-то голос тебе сказал про то, что это его дочь, Элли. Да. Кстати, в английском переводе ее зовут Лилит. На самом деле странно, Лилит звучит круче, чем Элли. Нет. Я тебе расскажу, кто такая Лилит. Это и есть мать. А, она с тобой разговаривает? Да. Понял. Так, короче, теперь смотри. Если судить по книге, тебе надо ее привести к озерам лавы в Нижнем мире. Мадама, пройдемте, мадама. Но стой, погоди, тут еще написано. Он доказал ей свою значимость. И снова все тот же бокал. Кто вообще будет пить эту дрянь? Сегодня, а точнее в этот вечер, он рассказал мне о своем первом убийстве. В первую ночь жажда, по его словам, переполняла его, и он должен был полностью утолить свой голод. Так, тут на самом деле много всего написано. У меня девушка в свинозомби превратилась. Чего? Вот она стоит. Тебе ее толкнуть, да? Нет, там свинозомби. Так, давай, я тебе ее толкаю. О, Элли, пойдем. Вообще она, по идее, должна быть послушной и просто ходить за тобой, да? Она ж ходит? Да. Красиво. Главное ее не убить. Главное, чтобы ее никто не убил. Стой, она в огонь идет. Нет! Пожалуйста, убей пауков, я тебя умоляю, я горю, помогите! Иду на помощь! Главное Элли не ударить, Нет! О боже! Храни, господи, и сохрани Элли! Короче, Элли, побежали быстренько. Ай, хорошая, пойдем. Элли, сюда! Блин, Элли, иди в лаву! Так, смотри, она сейчас должна упасть. Умри, Элли! И что в итоге происходит? Так, смотри, она реально в лаве. Может быть, ты должен как-то спуститься к ней? Я? Ну, я не знаю, как-то. Слушай, иди сюда. А я сейчас к тебе прыгну. Я кое-что сделаю, аккуратненько. Я тебе по наследству передаю свою супер-пупер-робу стратосферы. Она позволяет летать. Надевай. О! Получилось! Я упал! Я умираю, господи. Что там произошло? Что произошло? Вот та самая мать. Здравствуйте. Я тут вашу дочку... Нихрена себе, какая она огромная. Так, теперь ее надо убить. Еда? Слушай, еды у меня, по-моему, даже... А, нет, есть, грибной пирог, вот, держите. Самое главное, мне ее бить нельзя. Весь ритуал ты должен провести сам. Но я все-таки хочу на нее посмотреть поближе. Да ё-моё!
Ха-ха, какой я тупой! О! Рома! Чё такое? У нее жесткий реген. Ты не можешь ее убить, кстати. Ты летать можешь не бесконечно. Ты не бесконечно можешь летать. А сколько? Я не знаю, но лучше каждый раз. А, она меня при. Да ты дура тупая! Хватит бить меня! Она притягивает меня! Еще и затуманенное сердце дала. А ну-ка! Чик. Совсем другое дело. Так, как у тебя там дела? Я не могу ее убить вообще. Вообще никак. Какой-то классный меч есть. Слушай, да, у меня есть крутой меч, первородное лезвие. Это самый лучший меч, который я вообще создавал. Так, погоди, нет, стой. Вот тебе её мой самый лучший меч, который я создавал. Это, кстати, я тебе создавал. Короче, тебе ее желательно убить на суше. Ой, что происходит? Да она поджигает! Ни хрена себе! Прямо через блоки! Убивай, пожалуйста, на суше, приведи ее сюда. Я не знаю, каким образом, но вот, допустим, накопай эти блоки, я тебе отдаю целый стак, и поставь у нее какую-нибудь платформу. Здравствуйте, Лилит. Слушай, она такая прям... Меч. Реально огромная. Ну, меч, да, тоже могу дать. О, нифига он красивый. Да, это самый лучший меч. Погоди, он же может притягивать на правую кнопку мыши, притяни ее! Точно! Притягивается? Она сама идет. А, да, притягивается. Кстати, ты меня тоже притягиваешь. Мне бы как-нибудь поаккуратнее быть. О, у меня тошнота. Офигеть, ну тошнота какая-то другая вообще. У меня мышка сама по себе плавает. Ема. Слушай, она все еще в лаве. Как-то вытяни ее. А зачем? Так тебе надо выпить ее кровь. А-а-а. Ну слушай, потихоньку я ее убиваю. Блин, она... Давай. Мочи ее полностью. Мочи, гаси ее. Блэкджики, у тебя все получится, но на суше, делай это на суше. О, у нее уже половина хп осталось, нифига себе. Я прям спамлю и спамлю, у меня мышка сломается сейчас. Кстати, да, я слышу звуки вампиризма. На этот меч наложен вампиризм, ага, сейчас. На хайпикселе забанят сразу. Красава, давай. Давай, Джонни. И... О, что? Какого черта? Теперь мелкая. Так, стоп, мы ее убили. Я набираю кровь, ее нет, и... Стоп, стой. Ты засунул ее в бокал? Да, я испил ее кровь. Как ты до этого додумался? Чувак, я думал, ее надо просто убить во второй раз. Ты достоин. Чего ты желаешь? Магию или смерть? Возьми мою кровь и поглоти ее в свой разум. Пей быстро. Ладно? Что такое? Что изменилось? Что в тебе изменилось, Джонни? Джонни, не молчи! Джонни. Смотри, у меня в руках чеснок. Убери. Так, получилось? Стоп! А почему я не люблю чеснок? Потому что невкусно. Подожди, ну рассказывай, какие ощущения? Слушай, я немного голодный, сушняк у меня жесткий, мне нужно выпить кровь. Я тебе серьезно говорю. Я без шуток не понимаю, что ты сейчас видишь, потому что я ни разу не становился вампиром. Поэтому объясняй все подробно. Как, что ты видишь, ля-ля-ля тополя. Подожди, подойди ко мне, пожалуйста. Так, встаю. О! Ты пьешь меня? Слушай, это, по-моему, не работает, но, короче, у меня появился перед первым слотом, ну, такие зубки вампира. Так. Когда навожу я на тебя, я вижу, что тебе 4 литра крови. Но ты меня не пьешь при всем при этом. Видимо, нельзя, потому что ты оборотень. Я могу пить только человеческую кровь, может быть, поэтому? Точно, да, во мне же кровь оборотня. Да, и ты не можешь меня пить, потому что когда ты пытаешься, моя кровь входит в тебя и наносит тебе урон, потому что кровь оборотня сильнее крови вампира. Во как! Удивительно то, что они это продумали, да? Автор мода просто красавчик. И слева рядом с броней у меня есть специальная шкала, я так понимаю, это, ну, насколько хочу я сильно кровь. Так, короче, давай попробуем найти жителя. Телепортируемся обратно домой. Что? Кого? Так, свинозомби, пожалуйста, верните вот это вот самое, да? Я горю. Да ладно, ты же горишь на солнце, ты же вампир, точно. Так, короче, чик. Что? Впервые за 8 лет канала обратный чик? Ну, не может быть. Получается так. Телепортируйся ко мне, давай. Точно? Да, 100%. Ну ты же видишь, что ночь. И по идее сейчас ты умирать не будешь. Нифига я мощный. А, это за маяка. И теперь... Нет! Да хватит пить вам... Какой же ты... Вкусно. Короче, я тебе...
вкусно. Короче, я хочу тебе рассказать то, что ты сейчас первого уровня. Именно поэтому тебя бьет это солнце. Если ты прокачаешься за вампира, то рано или поздно солнце перестанет тебя бить и появятся новые способности. О, а как прокачаться? Ну, во-первых, мне надо взять факелы, потому что я ничего не вижу ночью. Иди сюда, дружище. И у тебя тут огромное количество жителей. Да, все подготовлено. Слушай, я не знаю, кстати, проверь. Ты к нему подходишь, пьешь. Ой-ой-ой. Так, походу придется сначала с ними разобраться. Простите, големы, до свидания. Боже, как вас много. 4 голема в одном месте. Обалдеть. Ну что, пацаны, пора пить. У них, слушай, у них очень много крови. Прям питательная кровь. Дабы прокачаться до второго уровня, тебе надо наполнить всю шкалу крови. Сколько у тебя сейчас? И практически заполнил. О, и становишься сильнее. Поздравляю, дружище, ты второго уровня. Что у тебя открыто? Я ночное видение включил. Да ладно. Блин, слушай, мне бы его тоже. Но я могу его включить только, когда я сам оборотень, а ты в виде человека. Подожди. Смотри, что я делаю. Я накладываю на них какие-то чары. Да, я слышу звуки, но не понимаю, что ты делаешь. Называется трансфикс. Итак, читаю дальше. Чтобы перейти на третий уровень, тебе надо использовать на 5 жителях трансфикс. Твое новое заклинание. 5 жителей готовы. А, ё-моё! Это жрет очень много крови. Я говорю, пожалуйста, пожалуйста, сделай. Фак! Господи, гребаный день! Когда я накладываю трансфикс, я могу спокойно у них пить кровь, и они даже не сопротивляются. Ты становишься сильнее! Третий уровень! Поздравляю! Ну-ка, рассказывай, что открылось. Нам надо сделать так, чтобы ты не умирал от солнца. Для перехода на четвертый уровень тебе надо прочесть всю эту книгу целиком. Все страницы. Но знаешь, какая проблема? Чтобы открыть все страницы, надо их найти. Они просто разбросаны по миру. И ты до сих пор не нашел? Да, по-моему, я не все страницы нашел. Я понимаю то, что какие-то я всовывал, но 100% не все. О, смотри, у меня есть! Ровно 4 штуки. Может быть, этого даже достаточно будет. Дай книгу, пожалуйста. Заполняем, потом еще заполняем. И еще разочек. Так, господи, да сколько можно-то, а? Слушай, по всей видимости, нужны еще страницы. Но у меня нет. Это огромная проблема. У меня тоже нет. И да, это тоже огромная проблема. Но проблема еще сильнее, это то, что я не могу жить днем. Да, нам надо решить. О, нашел еще одну. Изорванная страница, соединяем. Все еще соединяется, окей. О боги, он заманил 5 в какие-то железные клетки и запер их там. Он пил кровь каждого из них. Сначала усыплял, а потом выпивал ее до конца. Жертвы оставались на грани жизни. Это, кстати, как раз то, что ты недавно сделал. Я понял уже. Я сейчас даже с улыбкой наблюдаю. Да-да, рассказывайте про меня. Я понял, да. Так, короче, как мы поступим? Телепортируемся в другую деревню, любую, и пытаемся здесь найти дракона, что? Здорово, дружище. Так, ладно, сиди здесь. Так вот, пытаемся найти какие-нибудь сундуки, где наверняка будут изорванные страницы. Так, а ну-ка вставать. Ничего нету. Здесь тоже ничего нету. Ладно. О, господи, господи, я тебя понял. Значит так, сейчас все найдем и раз, два, три. Получилось, дружище! Наконец-то, самая максимальная книга готова! Давай прочитаем самую-самую последнюю страницу. Наконец он понял, что его кровь достаточно сильна, чтобы обратить любого. Он ослабил меня. В состоянии близком к забвению, я увидел, как он заполнил стеклянный бокал и протянул его мне. Мы оба сидели рядом с гробом, вдали от солнца. И тогда он сказал мне: «Пей». Ага, во как! Короче, тебе надо это все тоже прочитать. И как только ты прочитаешь все это, тебе надо прожить 4 дня. После этого ты автоматически прокачаешься до 4 уровня. Именно дня? Да, и самое главное, без смертей. То есть, если ты умрешь хотя бы один раз, то тебе придется жить заново. Жесть, да? А у меня есть идея. Ну-ка. Мы сделаем гроб. Гроб? Погоди, такое можно? А, реально! Гроб создается из любой древесины и кровати. Я так понимаю, то, что ты сможешь спать даже днем, да? Да. Как раз таки я и должен спать днем. Но я-то не смогу спать. Не забывай про это. А ты выйдешь с сервера. Ну точно. Тогда сервер просто крашнется. Давай попробуем. Гроб создали. После этого ставим его куда-нибудь сюда. О, какой красивый, господи. Ложись. Что? Какого черта? Подожди, а ты не можешь спать? Вампиры могут спать только днем. А, блин. Так, слушай, сейчас день, аккуратно, супер аккуратно. Ты встаешь под этой штуковиной, да-да-да. Так, а ну-ка иди в задницу, пшалван! Ой, ой, не поджигаем, не поджигаем. Слушай, давай я тоже попробую уснуть. Так, все, ложись. А ну? Кладем новый гроб и... гроб закрыт. Стоп! Спать можно только ночью. Черт! Нет! Я не могу поспать, сори. На самом деле это немного странная система, потому что сам понимаешь, ты не можешь поспать, и я не могу поспать.
Короче, я все узнал. Дабы ты не умирал на солнце, тебе надо прокачаться до 5 уровня. То есть это будет следующий левел, так как ты сейчас 4-й, понимаешь? Понял, понял. И что нужно делать для этого? Соорудите вот такую конструкцию. Зрители видят. И давайте сделаем. Раз, два, три. Солнце, солнечный собиратель и датчик дневного света. Смотри, что сейчас нужно сделать. Я думаю, то, что это я сделаю за тебя. Нам понадобится 10 кварцевой сферы. Так. Ставим одну сюда, вторую сюда, третью сюда и четвертую туда же. Теперь у нас собирается солнце. То есть рано или поздно данные сферы превратятся, ну, в такие желтые. Ну и, короче говоря, нам надо опять же немного подождать. 10 солнечных гранат. Теперь ты это все забираешь и идешь ко мне. Идешь, идешь, идешь. Кидаешь одну под себя, только одну. И по идее ты сейчас загораешься. Все нормально, все нормально. Стой около нее, стой около нее. Стой около нее. Стоишь. Ты умираешь, да, постепенно? Сейчас умру. Все, все, красавчик. Это была первая. Короче, суть в том, то, что ты таким образом должен пережить 10 штук. И после этого ты станешь 5-й левел. Поэтому возьмите, пожалуйста, грибной пирог, регенерируйте, кушайте, все дела. Окей, давай попробуем. Только, пожалуйста, не умирай. Нет. Нет! Да ну нафиг, серьезно! Но я тебе так скажу, прогресс все равно не теряется. А, смотри, в гайде написано то, что ты можешь кинуть не слишком близко к себе. И тогда ты не загоришься. Спасибо, вовремя, ты бы еще на последний сказал. Давай, 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 пробуй, пробуй, пробуй. Все, нормально, нормально. А, ну под конец ты загорайся, и у меня слепота. Короче, давайте пройдем 10 гранат. Опа! Все! Я стал сильнее! У-ху! Теперь ты не будешь умирать на солнце! Так, пожалуйста, встань пока что сюда. Вставай. Теперь мы делаем чик. И давай, наконец-то вставай под солнце. Какого черта? А сколько у тебя хп-то было? У меня фул было. А, погоди! У тебя тратится кровь! То есть это работает так, то, что у тебя сначала кровь убывает, а потом уже хп. А, ну да. Отлично, да. Конечно, теперь мне еще и пить надо. Опа! Я напился! Теперь снова делаем чик! Надеюсь, на этот раз получится. Выходи, дружище. Да ладно! Опа! Кровь да уходит ладно. Потихонечку. О, ну она быстро, кстати, уходит. Ты она живешь? Очень быстро! Ну слушай, я очень мало могу быть на солнце. Она реально прям жестко уходит. Уже 1 литр ушел. Сейчас 2-й уйдет. Охренеть. Так, короче, давай, давай, сюда, сюда, сюда. Быстро! Успеем! Ребята, огромное спасибо за просмотр данной серии. Надеюсь, то, что она вам понравилась. Надеюсь, то, что вы поставите лайк. Надеюсь, то, что подпишетесь. Спасибо огромное. Пока не умер, ребята, подписывайтесь на канал, обязательно и лайки ставьте. Ну, это я уже сказал. Да, кстати, а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лололошка и FlagGK Vampyr. Всем удачи, всем пока! Пока-пока-пока-пока! Ребят.